Так, пришел комплект роликов, который я ошибочно назвал игольчатый подшипник для моего электролобзика Bosch. Вот как выглядит упаковка. Пакетик. И в этом пакетике находится ролик. Пришел он в здоровенном мешке, в котором уже был спрятан этот пакетик. Но это, видимо, для того, чтобы не потерять. То есть вот ролики и такая вот пластиковая обойма, которая эти ролики выдерживает. Наружный диаметр 11, внутренний 8. Устанавливается он на эту ось, которая называется обойма подшипника. Вот так вот. И эксцентриковая шестерня. Все. Вот так он в собранном виде. Ну и сейчас я буду производить полную сборку. И крупную, к сожалению, попилить негде. Поэтому просто на включение его проверю. Ну и сам процесс сборки — то еще занятие. У меня есть смазка. Название не знаю, Андрюха дал, как называется, не сказал, но сказал, что хорошая. Она густая, вязкая, наношу сразу на ролики. Сам сейчас улазюкаюсь. Так, на ось надевается, затем эксцентриковая шестерня, но на эксцентриковую шестерню нужно сразу противовесы, то есть вот два противовеса, затем ось с роликами внутрь. Так. Потом корпус подшипника, который как раз и устанавливается, подшипник якоря, и входит в сцепление с эксцентриковой шестерней. Все это болтается. Сейчас попробую на ровной поверхности более-менее расположить. Так, следующее. Так, подшипник. Так. Ничего я не заполнил, перепутал. Так. Не хочу убедиться. Перепровериться лишний раз. Так, шайба на месте. Шайба на месте. На месте. Так, подшипник, скольжение, так называемый, который как раз входит в штангу эту. И перемещает ее вверх-вниз. Так, ладно. Так, это вроде на месте. Теперь мне нужно взять одну половинку корпуса.
пока в сторону. И в эту половинку корпуса установить уже направляющие. В отверстие вставляется пыльник. Так. Так, вроде на месте. Так, нет, не на месте. Не на месте. И теперь нужно будет на место уже установить сам силовой агрегат. Здесь тоже в корпусе есть направляющие. То есть места для противовесов. Потом место для корпуса подшипника. И место для крыльчатки, которая охлаждает якорь. Так, и нужно вторую половину корпуса. Смазка на зубчатое соединение и на подшипник скольжения. Короткие, как-то неправильно я их ложил, но возможно я развернул и катушку, что снизу должна быть провода. Теперь нужно все на место поставить. Да. Проверяем. На месте. Так, такое ощущение, что я не той стороной поставил подвижную часть. Вот. Тут тоже стрелка снаружи должна быть, а я наоборот ее поставил. Смотрю, она затирает за корпус. На месте направляющие. Так. Теперь все. Так, кнопка на месте. Провод питания на месте. Так, все на месте. Потом основание
Ну так прикрутил, прихватил. Сейчас вторую половину. И можно будет крутнуть. Так, вроде все на месте. Так, проверка работоспособности. Момент истины. Все работает. Останется на место установить основание и, в принципе, все. Вот такой вот ремонт своими руками, я думаю, может сделать любой человек, не обращаясь в сервисный центр. Стоимость ремонта составила 1000. Это деталь, сам набор роликов плюс доставка. Ну, я думаю, оно того стоило. И в резерве у нас еще один электролобзик. Все, всем спасибо.